Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня идем гулять в уникальнейший парк Бальбоа. Этот парк культуры и отдыха площадью 485 гектаров находится в самом центре Сан-Диего. Здесь вы найдете все. За один день сможете погулять по парку и ознакомиться с самыми интересными объектами. Но чтобы посетить все и основательно, вам потребуется как минимум неделя. Тут ботаническая оранжерея, оперный павильон, культурная деревня, японский сад с чайным домиком и многое другое. Это как мини-городок, на территории которого когда-то жили индейцы племени Кумияй. Кумияй – это значит Приморье. В парке сталкиваются культура, наука и природа. Парк Бальбоа является домом для 17 музеев, нескольких концертных площадок, прекрасных садов, троп и многих других творческих и развлекательных достопримечательностей, включая зоопарк Сан-Диего. Мы сегодня не будем посещать музеи, а просто погуляем по парку и посетим знаменитое место позирования нудистов, сад кактусов и сад роз. Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Я в прекраснейшем парке, который называется Бальбоа парк. Тут раньше жили индейцы Кумияй, племени Кумияй, а потом где-то в начале 19 века, а точнее в 1835 году, был создан парк. В начале 20 века тут проходили две международные выставки. И тогда эти здания, вот большинство, в которых сейчас находится музей, они строились в это время. Парк очень красивый, можно сюда прийти, насладиться природой, красивой архитектурой, посетить музеи, а также просто прогуляться. Выбор чая японского, очередь, и жду, когда он принесет, чтобы попить. Я надеюсь, это будет холодный чай. Okay, iced green tea with a little bit of honey. Good. Okay. Я буду пробовать зеленый чай, который мне принес японский чай, холодный. Как любит? Вкусно. Как нравится. Как мне нравится. Sounds good. Thank you.
Ленинске погода отличная, потому что не жарко, немного ветрено, люди наслаждаются прогулкой. Я делала новый джемпер, и он весь белый. И вся в пуху, все мое платье в пуху. Сейчас стало жарко, я джемпер сняла. И сейчас мы нашли фонтан. С фонтанчика достает воду. С меня ощущает весь мой белый пух. Погода, много народа, все счастливы, весна, ковид закончился, столько радости у людей, и люди наслаждаются действительно прогулками по Балбоа. Нудистская колония Zero Garden была достопримечательностью Тихоокеанской международной выставки 1935-36 годов. Расположенный в затонувшем саду, Zorro Park, объявленный колонией нудистов, был населен наемными артистами. Женщины носили только стринги, мужчины – набедренные повязки или плавки. Участники бездельничали в своей колонии, играли в волейбол и другие игры, а 5 раз в день совершали жертвоприношение Богу Солнца. Посетители ярмарки могли заплатить за вход на трибуны или бесплатно заглянуть в щели в деревянном заборе. Видите, на каких каблуках я топаю? Ну, это каблуки только на немножко. У меня с собой настоящие туфли для того, чтобы ходить. Хорошо. Очень красиво. Мы перешли на другую сторону дороги, и здесь вот кактусы, а там розы. Можно посмотреть и просто посидеть и насладиться. В саду роз, здесь на другой стороне Балбоа парка, огромная разновидность различных роз. И мы нашли вот одну из них, вот эту. Вот эта, посмотрите, какая красивая. Она так пахнет, как дикая роза. Сейчас я собираюсь поменять мои туфли. Мы собираемся ходить по дорожкам в кактусовом саду.
иголка. I warned her. Смотрите, супер, смогу ходить по песчаным дорожкам. Ой, Jesus, are you okay? Как вы видите, я просто случайно обув низкие туфли после шпилек, упала на ровном месте. Тем не менее, повреждения не были настолько сильными, мы продолжали прогулку. Кактус выше, чем я, даже выше, чем я, большой. Это абсолютно уникальное, большущее дерево. Не знаю, как называется это дерево, но оно очень интересное. Вот пойдем смотреть. Смотрите, я, конечно, туда не плещусь, наверное. Внутри оно совершенно голое. Вот посмотрите. Я посещаю много мест, но видео делаю исключительно про то, где получаю эмоции, и мне хочется передать эти эмоции вам. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Когда закончите смотреть мое видео, подумайте о том, чтобы встать и пойти погулять в какой-то из парков, который находится недалеко от вас. Получайте положительные эмоции, наслаждайтесь прогулкой и будьте здоровы. Ваша зажигалочка.